Закурить найдется? Найдется. Сверни одну, подлинней. Вроде говорят. Фрицы. Фрицы. А ну-ка взорви эту печку к чертовой матери. Кто такие? А вы кто такие? Артиллеристы армии Чуйкова. Это первый белорусский. А мы мотопехота, рыбалка, первый украинский. Свои! Ну, здорово! Здорово, сосед! Здорово! Это же надо, все фронты перемешались, а? Не перемешались, а соединились. Entschuldigen Sie bitte. Möchten Sie Kaffee? Mm. Хозяйка кофе предлагает. Спасибо. Товарищ майор, может, лучше из моей походной по капельке, а? Выпьем ради такого случая. О, правильно. Будут расти лучше. Ну, за встречу. Вы даже не знаете, в какие районы проникли русские. Какой же вы комендант Берлина? Вся связь нарушена, мой фюрер. Но телефоны действуют. Это ведь тоже связь. Мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра-завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне бы в девчоночку в хорошую влюбиться. А мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Последний раз сойдемся завтра в рукопашной. Последний раз России сможем послужить. Hier spricht der Kampfkommandant von Berlin. Говорит комендант Берлина. Sind bei Ihnen schon die Russen? У вас есть русские? Еще немного. Есть. Еще что они делают? Последний бой, он трудный. Sie singen? Поют. Что? Ja. Да. Sie singen. Господин комендант. Entschuldigen Sie. Sind Sie der russische oder deutsche Kommandant? Это русский комендант или немецкий? Der deutsche zum Donnerwetter.
Немецкие, черт возьми. Sie sind schon in der Wilhelmstraße. Они уже на Вильгельмстрассе. Der Ring schließt sich. Кольцо сжимается. Mein Führer. Мой фюрер. Wir sind nicht mehr in der Lage, Berlin zu halten. Мы уже не в силах защищать Берлин. Я считал, что если я останусь, все солдаты проникнутся верой в победу и двинутся спасать город. Я еще надеюсь на это. Армия генерала Венка идет к Берлину. Она отбросит русских. Геббельс, немедленно свяжитесь с генералом Венком. Немедленно! Когда же его армия подойдет к Берлину? Когда? Мой фюрер, вам надо отдохнуть. Нет. Нет! Я буду ждать известий от Венка. Венк. 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 Это спасение. В метро для поддержки. В метро так самый рейс канцелярии подходит. Ты что, Гитлера в плен взять хочешь? А чем черт не шутит, а? Давай. Спасибо, товарищ майор. Пушку в метро! Остаешься за меня. Вперед! Вперед! Живей! Пулемету работать как ювелирам. Огонь! Ребята, за мной! Вперед, ребята! Быстро туда! А ну навались! Эй, братцы! А ну-ка двинем эту бандуру дружно!
канцелярия. К Гитлеру как пойти? К Гитлеру! Ты по-русски шпрехать можешь? Гитлер где, говори? А, Гитлер из капут. А, капут! Бля, иди! Орудие сюда! Mein Führer, русские проникли в туннель метрополитена и приближаются к подземной станции Кайзерхоф. Откройте шлюзы и затопите все туннели. В туннелях госпитали, раненые. Там женщины и дети. Откройте шлюзы! Vom Erdboden verschwinden, wenn sich unsere Nation nicht einmal diese slawischen Если война будет проиграна, немецкая нация должна исчезнуть. Если наша нация не сумела покорить даже славянские народы, она не имеет права на существование. Новые поколения начнут на том месте, где мы остановились. Ты веришь мне, Ева? Ich glaube, mein Führer. Верю, мой фюрер. Führen Sie meinen Befehl aus. Spreewasser. Передайте мой приказ. Пустить воды шпрея в туннели. Трое вперед, живо. Слышь, майор, спроси у него, где ихний рейс-канцелярия, и отправь ко всем святым. На кой черт он нужен? Ладно, лейтенант, без советов сам разберусь. Идите. Ком. Курить хочешь? Спасибо. Изучал русский язык? Да, я изучал. Что вы хотите от меня, господин майор? Господин лейтенант дал вам умный совет. Отправить меня к святым? Алло, чисто, туго, чисто! Зачем нам торопиться? Коммунист ведь не должен раздумывать, если перед ним враг. Коммунист не имеет права сомневаться. Вот господин лейтенант не сомневается. Ты плохо знаешь коммунистов. Нам не нужна твоя жизнь. Мы хотим одного — уничтожить фашизм. Иди. Если ты хоть раз еще возьмешься за оружие, тебя расстреляют. Запомнил? Иди. Ты свободен. Иди. Там. Недалеко. Рейс-канцелярия. Thank you.
Товарищ майор, они шлюзы открыли, уходить надо. Есть один выход, слева, откуда наступали. Не успею. Взрывай решетку. Есть. Ложись! Спокойно! Уходи! Ярцев сюда! Сдерживает толпу, пропускает женщин и детей! Назад! Куда? Назад! Куда? Женщин и детей пропускайте! А у них кинет зверст! Он кого нет! Стоять! Сдерживай! Вагона!
Батальон капитана Неустроева вышел к Шпрее. Впереди Рейхстаг. Да, вот он, Рейхстаг. Ну что, подполковник Орлов, подошли к центру Берлина? Так точно, товарищ генерал. Последний орешек. Но немцы дерутся, как черти. И вроде капитулировать не собираются. Так или иначе, Шпрее форсировать нам. И Рейхстаг брать нам. Где КП капитана Неустроева? Рядом, товарищ генерал. Внимание! Побольше серьезности в глазах. Ты не на меня смотри, а фотоаппарат. Приготовились? Готов. Раз. Два. Три. Успел снять? Ну откуда ж, товарищ лейтенант? Это партийное поручение, а не какие-нибудь там съемки с приветом. Да я ж понимаю. Давай еще раз. Садись. Генерал. Товарищ генерал, батальон после боев приводит себя в порядок. Командир батальона капитан Неустроев. Вижу, вижу. Одеколоны не жалеете? Есть немножко, товарищ генерал. Проводите меня к командиру полка. Слушаюсь. Происходит? Идет фотографирование для партийных билетов, товарищ генерал. Заместитель командира батальона по политчасти лейтенант Перест. Ну и где, думаете, вручать партбилеты молодым коммунистам, лейтенант? Вручим в Рейхстаге, товарищ генерал. Молодец, политрук. Правильно. Товарищ генерал, командир 756-го стрелкового полка, полковник Зинченко. Вот что, Зинченко. Вручаю тебе это знамя. Твой полк должен водрузить его над Рейхстагом. Спасибо, товарищ генерал. Кто понесет знамя? Разведчик Егоров. Я. Разведчик Антария. Я. Водрузите это знамя на куполе Рейхстага. Thank you.
сейчас тобой не будет. Давай сюда. Фюрер, die Russen sind 600 Meter von der Reichskanzlei. Русские в 600 метрах от имперской канцелярии. Wir haben weder Munition noch Verpflegung. У нас нет боеприпасов. Die Versorgung aus der Luft ist nicht нет möglich. Продовольствия. Der russische Artillerie unseren letzten Behelfslandeplatz beschützt. Последнюю взлетную площадку сожгла русская артиллерия. Wo ist die Armee Wenk? Где же армия Венка? Wo ist Wenk? Где Венк? Mein Führer, Wenk kämpft im Raum Potsdam und kann nicht mehr nach Berlin durchstoßen. Mein Führer, Wenk ведет бой в районе Потсдама и не может пробиться к Берлину. Ist das alles? Все. Alles, mein Führer. Все, мой Führer. Danke, meine Herren. Благодарю вас, господа. Sie sind entlassen. Вы свободны. Mein Führer. Ich habe ein Funktelegramm bekommen. Мне доставили радиограмму. Бенито Муссолини, Бенито Муссолини и его подругу Клару Петаччи sind in Mailand auf dem Loretto-Platz von den Partisanen öffentlich zur Partisanen Schau gestellt worden. Повесили вниз головой. Aufgehängt mit dem Kopf nach unten. На площади Лоретто в Милане. Grausam. Какая жестокость. Mein Führer, es gibt noch eine Möglichkeit, aus Berlin auszubrechen. Мой фюрер, есть возможность прорваться из Берлина. У меня готов танковый отряд. Nein. Нет. Sie können gehen. Оставьте нас. Nein. Nein, ich will nicht, dass seine Geliebte starb. Я не хочу уходить на тот свет любовницей. Gut, Eva. Хорошо, Ева. Wir werden uns nach der gesetzlichen Zeremonie. У нас будет свадьба. Wahnsinn. Was für eine Hochzeit. Lass es doch. Warten Sie doch. Оставьте меня. Какая теперь может быть свадьба? Was für eine Hochzeit. Lassen Sie mich. Оставьте меня. Товарищ командующий! Тут ихнего попа поймали. Чудой какой-то. Вроде как бы не в себе. Вот сюда на Hochzeit ist doch alles sinnlos. Lauter Trümmer. Warum denn jetzt heiraten? Косарев, узнай-ка, что хочет этот поп. Слушаюсь. Сосредоточить весь огонь по рейс-канцелярии.
здесь сосредоточить огонь по рейской канцелярии. Ну, что хочет этот поп? Выяснил? Да все про какую-то свадьбу толкует товарищ командующий. Говорит, что пора прекращать кровопролитие. Ну, правильно говорит. Сознательный поп. Отправка его к антифашистам. Пусть его бог поговорит с немецкими солдатами, если они еще веруют. Ахтунг! Ахтунг! Hier spricht das Nationalkomitee. Говорит Национальный комитет «Свободная Германия». Призываем вас сложить оружие. Вы спасете свои жизни. Вы нужны новой Германии. Сдавайтесь! Сдавайтесь! Слушай, отец, это немецкий патриот, товарищ Вилли, антифашист. Двое суток передает. Включайся, отец, в справедливое дело. Немцы, братья, это спрашиваю вас я, пастор церкви святого Георга. Остановитесь! Хочет ли что-нибудь сказать жених? Я решил избрать своей женой Еву Браун, с которой я связан многими годами истинной дружбы. Она пойдет со мной и на смерть по собственному желанию, как моя жена. Хочет ли что-нибудь сказать невеста? Я буду счастлива стать женой Адольфа Гитлера. Принадлежите ли вы к высшей расе? Да. Не страдаете ли вы наследственными болезнями? Нет. Подтвердите ваши ответы личными подписями. Поздравляю Адольфа и Еву Гитлер с новой счастливой семьей Великой Германии. Фюрст, вперед с первой ротой. Есть! Thank you.
наверху, что первый этаж взят. Танкист, ко мне. Быстро связь с полковником. Что? Взяли первый этаж? Молодцы! Связь с генералом. Взял первый этаж. Молодец! Дуй дальше! Связь с командующим. Есть связь с командующим. Взял первый этаж? Долго возитесь? Быстрее знамя! Знамя давай! Понял? Маршала! Взял первый этаж. Медленно, медленно двигайтесь, генерал. Соедините меня с товарищем Сталиным. Фюрер должен умереть не от яда, а как солдат от пули. Если мы не услышим выстрела, вы войдете и сделаете все, что нужно. Слушаюсь. Фюрер застрелился. Thank you.
делаем? Пусть ведут огонь по верхним этажам! Коробочки! Коробочки! Я Рейхстаг! Земляки просят прикурить! По логову зверя! Уточняю, по кумполу! Как поняли, прием! Порядок! И сказал Всевышний апостолам: помните, кто из вас хочет возвыситься, да будет унижен. Германия хотела возвыситься, и она погибла? Нет, отец, Германия не погибла. Это не конец, а начало новой Германии. Кто вы? Я коммунист. Их сердца услышали голос Всевышнего. И сказал Всевышний апостолам: помните, General der Infanterie Krebs, Chef des Generalstabes des deutschen Heeres. Начальник генерального штаба немецкой армии, генерал Крепс. Sie werden empfangen vom Stellvertreter des Oberbefehlshabers der 1. Belarussischen Front, Armeegeneral Sokolowski, und vom Oberbefehlshaber des 8. Gardearmee, Generaloberst Tschukow. Bitte. Слушаем вас, генерал Крепс. Wir hören Sie an, General Krebs. Ich habe Ihnen mitzuteilen, dass am 30. April im Bunker Adolf Hitler durch Selbstmord seinem Leben ein Ende gesetzt hat. Должен вам сообщить, что 30 апреля в бункере покончил жизнь самоубийством Адольф Гитлер.
Zum neuen Reichspräsidenten wurde Großadmiral Dönitz, zum Reichskanzler Dr. Goebbels ernannt. Новым главой государства назначен Großadmiral Dönitz, Reichskanzlerem Goebbels. Die alte deutsche Regierung existiert nicht mehr. Старого немецкого правительства больше не существует. Reichskanzler Dr. Goebbels beauftragte mich, Sie um Waffenruhe für die Dauer eines Tages zu bitten. Reichskanzler Dr. Goebbels уполномочил меня просить вас о перемирии на один день. С какой целью? Mit welchem Ziel? Damit Großadmiral Dönitz und die neuen Minister nach Berlin gebracht werden können. Для того, чтобы Großadmiral Dönitz и новое правительство могли прибыть в Берлин. Нет, генерал Крепс. Ни на какое перемирие, ни на сутки, ни на час мы не согласимся. Полная и безоговорочная капитуляция. Nein, General Krebs, keinerlei Waffenstillstand. Wir fordern eine vollständige und bedingungslose Kapitulation. Ich bin nicht beauftragt, über eine Kapitulation zu verhandeln. Я не уполномочен вести переговоры о капитуляции. Будут новые тысячи жертв. Dann wird das weitere Tausende von Opfern kosten. Würden Sie Marschall Zhukov und dem Oberkommando in Moskau unsere Bitte um einen befristeten Waffenstillstand übermitteln? Не передадите ли вы маршалу Жукову и Верховную Ставку в Москву нашу просьбу о перемирии? Ответ будет таким же. Sie werden die gleiche Antwort bekommen. Wie werden wir von der Antwort Moskaus unterrichtet? А как мы узнаем об ответе из Москвы? Мы установим с рейхсканцелярией прямую телефонную связь. Wir werden eine direkte telefonische Verbindung zur Reichskanzlei herstellen. Связиста. Товарищ генерал, старший лейтенант. Переведите немцу, что с ним поедет старший лейтенант. Oberleutnant wird Sie begleiten. Поедешь с немецким генералом в рейхсканцелярию. В логово? В логово. Разрешите взять гранаты? Отставить гранаты. Протяните связь. Слушаюсь. Хреновато тут у вас. И ревматизма, видать, хватает. Иди, иди. Сталинград, Сталинград, я Берлин. Все в порядке. Никакой капитуляции. Если мы признаем безоговорочную капитуляцию, немецкий народ потеряет все. В эти трагические часы Германии я готов последовать примеру фюрера. Борман, пробивайтесь на запад к нашим друзьям. Крепс. Крепс. Übermitteln Sie den Russen. Keinerlei Kapitulation. Передайте русским. Никакой капитуляции. Bist du fertig, Magda? Готова, Магда. Noch nicht.
Еще нет. Доктор колеблется. Простите меня, фрау Геббельс, я не могу убивать детей. Может быть, передать их под защиту Международного Красного Креста? Не забывайте, что это дети Геббельса. Дайте мне шприц. Я извиняюсь, Битте. Где у вас здесь туалет? Russischer Soldat ist da. Was? Ну, Hitler kaputt. Ну, что ты ко мне привязал? Уходите! Переговоров не будет. Ну, не будет, так не будет. Уходите, все, уходите, Висто. Begleiten Sie. Вы выстрелите нам в затылок, когда мы будем подниматься по лестнице. Это выше моих сил, господин рейхсминистр. Вы что, хотите, чтобы русские повесили нас вниз головой? Выполняйте. Да, хреновато тут у вас. Чуйков у телефона. Чуйков? Что? Товарищ маршал, гитлеровцы выбросили белый флаг. Начали сдаваться. Повтори. Гитлеровцы выбросили в Рейхстаге белый флаг. Сдаются! Поздравляю тебя, Чуйков. Поздравляю. Неужели конец, Георгий Константинович? 4 года. 1410 дней и ночей. Товарищ маршал! Берлинский гарнизон просит нас перейти на волну 440. Русские, внимание! Переходите на волну 440. Просим прекратить огонь. Просим прекратить огонь.
и вступить в переговоры. Переходи на передачу. Передай. Наше условие одно. Безоговорочная капитуляция. Огонь прекратить через 15 минут. Пленных будем принимать у Бранденбургских ворот. Всем гарантируем жизнь. Всем гарантируем жизнь. Ну что, жив пехота. Ну, поздравляю. Дорожкина моего не видел, радиста. Дорожкина нет здесь? Дорожкин! 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 Убили! Васька! 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 Поздравляю! Победа! Победа!